Я приехала сейчас на жилой массив Победа, там, где произошел взрыв и обрушилось два подъезда, погибли люди. Я в первые дни, конечно, не могла сюда приехать, потому что я понимала, как это тяжело. Но и не приехать тоже не могла. Просто как бы даже на этом месте почтить память людей, которые погибли. Ну и потом на этом массиве я когда-то жила буквально недалеко. Так что это мой любимый район. Так что тут я и в этом, ну, не рядом с этим домом, но буквально здесь недалеко часто и прогуливалась, и в магазины заходила, и на косу купаться ходили. Так что этот район мне как бы близок и знаком. Ну, слов, конечно, нет. Какие тут могут быть слова? Просто все хотелось увидеть своими глазами. Да, люди разбирают там подъезды, все, что где-то разрушено, он там выносит. Ну, конечно, зрелище такое, прямо вот не верится, впечатление, что это вообще какое-то как нереально, что ли. Ну, такого не может быть, что это был целый дом, а теперь вот так вот. Если подумать, за каждого человека, который тут жил, то у каждого же своя судьба. Это у каждого там своя квартира была. Как-то жизнь проходила. Все, ничего нет. Ничего. Ну, территория огорожена, потому что, понятно, здесь еще все такое в опасном положении, в любой момент и какая-то плита может упасть. Но люди как стараются, вот в соседних подъездах смотрю, где-то фанерой забиты окна, где-то пленкой затянуты. Даже вот буквально вот в соседних, как говорится, крайних подъездах. Страшно смотреть. Страшно. Ну, вот так вот. Цветы, игрушки возле этих подъездов ближайших лежат. Вот там я смотрю, там что-то на клееночке, вещи разложены были. Ну, выйдем, посмотрим, как этот дом выглядит со стороны набережной. Вот. Когда сдалека идешь, кажется, да, ничего, вроде бы как все в порядке. Но начинаю подходить ближе и вижу, ни в каком это не в порядке. Тем более, если знать, что этот дом был цельный. И теперь вот так вот насквозь, как будто прострелили насквозь и прямо отверстие. Как рана такая незаживающая. Да. Вот так смотрю, люди тоже некоторые подходят, стоят, смотрят. А напротив, здесь троллейбусная остановка. Люди вот тут такое вот, не знаю, как это, место такое, да, куда в память погибшим цветы, игрушки.
вот так вот. Люди, не забывайте, что война — это боль, это страшно.